Привет, народ! Это наш урок номер 3. Он будет посвящен просто обычным 16-м в хай-хэт. Смотрите, многие используют всякие апдауны, типа вот такой открывашки какой-то. Но если вам нужно сыграть просто на прополую, здесь у вас, смотрите, есть два основных способа. Это играть через замок ладонью вниз, то есть... И играть через френч. Если у вас есть какие-то, например, акценты, вы можете просто играть их, и все. И также во френче. Все.